Серьезное ДТП в центре Архангельска с участием пассажирского автобуса. На пересечении улицы Логинова и проспекта Троицкий водитель автобуса 60-го маршрута проехал на желтый сигнал светофора, выехал на полосу встречного движения и протаранил две легковушки. Предварительно со слов водителя была предоставлена информация сотрудников госавтоинспекции о том, что ему была создана помеха. Сейчас мы это уточняем. В дальнейшем будет в ходе расследования административного установлено, действительно ли была помеха ему создана или нет. Водитель иномарки, возможно, создавший помеху, скрылся с места происшествия. В аварии пострадали два человека. У девочки 4 лет травма головы. У 15-летнего подростка перелом нескольких пальцев.